Божественная мелодия в храме. Казалось бы, ничего особенного. К духовной музыке в костеле астраханцы уже привыкли. Под органный аккомпанемент здесь пели оперные дивы мировой сцены и совсем юные исполнители. Дуэтом с органом звучали утонченные флейты и чопорные альты, грациозные виолончели и изысканные саксофоны. Скромный дудук в сопровождении органа под сводами костела звучит впервые. Марина Лазарева насладилась звуками волшебной флейты. От этого протяженного напева так и веет горной прохладой, мудростью аксакалов и ностальгической грустью. Под сводами католического костела звучит народная мелодия. В руках солиста Астраханской государственной филармонии Шамсидина Мирзоева вдыхает скромный дудук. В сопровождении органистки Натальи Фомичевой ему вторит король инструментов орган. Такое в костеле услышишь нечасто. Армянская, азербайджанская народная тематика, она, музыка, она сочетается очень хорошо с органом. Как-то орган, он такой фактурный инструмент, очень мощный. Он как бы очень хорошо сочетается с дудуком. Да и тут еще плюс атмосфера костела, акустика. Если дудук – это музыка народная, то дуэт кларнета и органа предназначен для классики. Это произведение Баха, Альбиони, Генделя. Не менее колоритно звучит в сопровождении органа и саксофон. Именно с кларнета и саксофона несколько лет назад начался опыт совместной работы органистки Натальи Фомичевой и солиста Астраханской филармонии Шамсидина Мирзоева. Но совместить орган и народный дудук решили совсем недавно. Когда я его первый раз услышала, он меня так поразил своей вот болью и такой щемящей каким-то чувством. И я очень хотела сделать такой эксперимент, чтобы он прозвучал в обрамлении органа. На мой взгляд, это очень красиво. Это не просто красиво. Дудук – это голос души. И там, где заканчиваются слова, начинает звучать дудук. Александра Вострикова, Марина Лазарева, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.